Всем привет! Сегодня я буду готовить очень вкусное рагу, а подавать я его буду в необычной съедобной посуде. Поехали! Итак, приступаем к приготовлению рагу. Нам понадобится говядина и вот эти яркие веселые овощи. Половинки трех перцев красного, желтого и зеленых цветов. Один репчатый лук. Одна морковь. Кочан брокколи. Три штуки картофелин среднего размера, а также соль, любимые специи, оливковое масло и говяжий бульон. Говяжье мясо нарезаю кубиками и отправляю в казан. Туда же сейчас отправится вот эта веселая компания. Нарезаем лук полукольцами. И отправляем к мясу. Морковь нарезаем кубиками и в казан. Половинки трех перцев разных цветов также нарезаем кубиками. И отправляем в казан. Картофель также нарезаем кубиками. Брокколи разбираем на соцветия. Все отправляется в казан. Добавляем соль, черный молотый перец, кумин, прованские травы, сушеная паприка. И оливковое масло. Заливаем все это дело говяжьим бульоном. Готовим на маленьком огне в течение часа. В это время раскатаю слоеное тесто в пласт толщиной примерно 5-6 мм и формирую из него горшочек, красивые крышечки, в которую буду подавать рагу. Из раскатанного теста нарезаю кружочки. Лист духовки застелила пергаментом. На нем переворачиваю формочки вверх дном и смазываю их дно и бока. Накрываю тестом формочки. Излишки теста обрежу ножом. Тесто обмазываю оливковым маслом, дно прокалываю вилкой. Теперь вырезаю фигурным ножиком заготовки для крышечек. На первый слой теста располагаю ручки, а посередине тертый сыр. К
Края теста обмакиваю холодной водой. Сверху накрываю вторым слоем теста. Слегка придавливаю. Украшаю цветочками и завитушками из теста. Смазываю крышечки желтком. И отправляю выпекаться на 15 минут при температуре 180 градусов. А рагу уже почти готово. Аромат стоит по всему дому. К рагу добавляю зеленый горошек и мелко нашинкованную зелень. Слегка перемешаю. Мои горшочки и крышечки готовы. Вот какие они красивые и румяные получились. Теперь вкуснейшее ароматнейшее рагу наливаю в хрустящие горшочки и закрываю своими крышечками. Оформила блюдо салатными листьями и томатами. Такая красота! Выглядит очень аппетитно! Друзья, смотрите, какую красоту я приготовила! Правда, этот рецепт требует усидчивости и терпения, но зато смотрите, какой результат. Давайте посмотрим, что внутри. Вот само вкуснейшее рагу. А это крышечка с сыром. Давайте разломаем. Очень вкусно пахнет. Вот смотрите, уже сыр видим. Готовьтесь с удовольствием, вкусно и просто. Приятного аппетита! До следующих видео!